Огромный привет, Тос, на связи Вадимос, и мы с тобой в симуляторе пчеловода еще в одном. На самом деле у меня есть видосики, но это, так скажем, сегодня я там, наверное, 3-4 сделал, может еще больше. Посмотрим, как дело пойдет. Просто это вот такой второй видосик будет для тебя, поэтому, пожалуйста, влепляй лайк и желаю приятного просмотра. Полетели. Это получается, посмотри, что тут. Так, Хуниби тут сразу летает, на ней можно покататься. О, ништяк. Ну, как минимум, я зашел и уже могу кататься на Хуни пчеле. Это ништяк. Окей, что у нас тут есть? Linked the game. Ага, the game. Понятно, понял. Уф, это что у нас такое? Вирус. Ого. Кстати, давайте посмотрим, какие пчелы тут реально интересные. Ну, вот такие необычные. Вот это вообще. Thunder Cock B. Дальше. Вау. Это чем-то похоже на гамми, но она такая интересная. Лава пчела. Офигеть, неоновая. Fancy Lantern V. Слушайте, Basic B, гениальный апгрейд. Так, это у нас похоже чем-то на фазе. Это у нас Nugget, McNugget, Freebie, Dominus. Давайте посмотрим, которые реальные, хотя бы похожи ради интереса. Так, вау, Винди Фотон. Это, кстати, реально топ. Ты прикинь, Винди Фотон будет. Gifted Honey Фотон B, это тоже офигеть, прикольно было бы. Аннет Вектор. Чего? Винди Вектор. Ого. Так, а что они тут? Посмотри, какая моделька интересная. Ну, я тебе, конечно же, ссылку оставлю, посмотришь. Люкс Digital B. Нормально. Те пчелы были прям интересные. Это тоже ничего такое. Так, ТикТок. Серьезно? ТикТок пчела? Ладно. Море coming soon, хорошо. Так, Monkey B. Это вот это нормально, пацаны. Это вот пацаны все поймут из Дискорда. Beekeepers пчела. Так, ниндзя тут различные. Гамми Фотоныч. Офигеть. Че тут вообще такие пчелы годные? Нет, тут реально есть интересные пчелы, которые, может быть, бы были и прикольными. Вот Marshmallow B. Это вообще было в топ, реально. Плюс они в комментарии, если реально хочешь, чтобы такую пчелу добавили. Мы ее только можем использовать в игре. А прикинь, она будет в игре сама настоящая. Тогда будет вообще офигенчик. Так, что у нас тут? In Anet инвентарь. Так, это альфа что-то там. Альфа Fire B. А, да, тут можно посмотреть старых пчелок, офигеть. Да ладно. Я ж помню, реально, кстати, пчелы по-другому выглядели. Обалдеть. Ну вот чтобы вот, блин. Блин, у меня, по-моему, на видосах вот это точно есть, если не ошибаюсь. Такая пчелка точно была. Так. Ну, демон, кстати, почти не поменялся. Шокет поменялась. Слушайте, реально вот. А я как столько играю, не заметил, что им даже лица меняли. Жесть. Ну вот на самом деле, такая пчела у меня вроде даже на видосах где-то записана. Бэби, кстати, не сильно поменяли. Посмотрите, сейчас ниндзя сделали. Альфа-версия ниндзи. Вот оригинальная версия ниндзи. Ну, Бука вообще такую не помню. Может, мне надо и не подали, или тогда вообще ее не было. Это вообще прикольно, блин. Офигеть. Вот это я помню. Уже, ну, как бы... Жесть. Она смотрит прям вам в эту... В вас. Ну, слушайте, Basic на самом деле до этого была как-то... Ну, прикольный, что ли. Или пиксельный. Так, ладно. Что у нас? Be Saredorav. Be me in. Короче, сорян за английский, но... Что это тут написано? Так, ладно. Что там у нас написано? Погоди-ка. Сейчас зайдем. Так, тут что-то написано. Минута, результаты. Окей. Это типа он предлагает, как пчел переделать надо было бы, или примерно как бы их переделать могли. Ну, Redrav, это я не знаю, что за слово. Надо узнать. Сейчас давай перейдем, узнаем новое слово. Чисто обучаемся с феном, да. Так, английский. Что нам скажет Google по этому поводу? Перерисован. Все, понял, вопросов не имею. Теперь понятно все. Перерисованные пчелы. Неплохо, что могу сказать. Ну что ж, пошли еще посмотрим, что тут у нас с тобой имеется-то. На самом деле, режим неплохой. Ты можешь тоже зайти и поиграть.
Следующие видосики постараюсь сделать без формы, у меня там есть хорошие идеи. Ну, просто мне сейчас надо, чтобы, знаете, по фильтру пойти забрать, я вам быстренько этот видосик снимаю. А потом уже будет, что и должно быть. Так, кейв, чего? Че с Хони Би сделали? Реалистик фотонка, ужас. Лучше бы мы этого не видели. Чисто ночной кошмар ваш. Так, ладно. Что-то там вдали вообще, офигеть. Да ты чё? А чё будет, если мы портал запрыгнем? Ничего. Ладно. Так, бейджик. Ай-яй-яй. Бисвар мегахаб. Куда это меня перекидывало? Ну-ка. Так. Опа-на. Ёкарный баба. Это чё такое? Это вообще чё такое? Аннет, ты чё сделал? Что такое вырос, блин? Офигеть. Окей, ладно. Сейчас тогда заберемся. Чего? Ты погляди просто. Это вообще Нарния какая-то. Это все бисвармы, которые тут есть с идеями. И совсем-совсем. Обалдеть. Ну слушай. Достойно. Так, ладно, мы с тобой, если захочешь, снимем еще вторую серию когда-нибудь по этому режиму. Потому я тебе самое интересное поищу. А вот пока что получилось, то получилось. Видосик так уже вышел на целых 6 минут, поэтому что я могу сказать. Сейчас еще тут посмотрим парочку этих и закончим. Хони, о, можно пить мед? Вот это кайф. Слушай, берешь такой, в руку взял мед, такой... А, хорошо, нормально в спринт можно бегать, нормально сворд. Ага, тут можно купить меч зачем-то. Энд что? Энд хил. 20-е. Нормас. Портал, наверное. Нет, не работает. Окей, дальше идем. Что у нас тут вообще есть еще? Опа, там кого-то вижу за картой стоит. Хорошо. Так, это у нас чарт. Обе-обе. Типа сложно обе. Что, ну нельзя, видимо. О, в банку меда... Блин, я думал, зайти можно. А банка еще та, блин. Окей, медведи, чоколад бир, пират бир, ха, пират, кстати, неплохо, так, королева леди багов, обалдеть, кинг фрог, токсик битл, и это у нас кто, просто одуванчик, или как он называется там, а фловерс, фловер босс, цветочный босс, нифига. А вот это вот мне нравится. Вот это нравится. И вот это вот. Слушай, ну пиши, что тебе из этого понравилось больше. По-моему, вот эти вот первые 3D, вот Toxic Beetle такое. Ну, хотя как секретный босс тоже норм. Тут реально прикольно. Слушайте, нормас. Придумывают, конечно. Пчелы что-то летают. Паркур, наверное. Обе. Да-да-да. Так, пляжное поле. Ватер, Хоней. Опа. Это мы что, пошли на обе сейчас? Да, нифига. Что это тут можно? А, типа, а в чем прикол этого? Вообще не понял. Это, типа, я сам должен настраивать, где буду спавниться, да? Ну, ловко ты это придумал, конечно. Окей, короче, я не знаю, как я вообще в это все попадаю, но оно получается интересно. Поэтому что скажу? Ставь лайк, мы снимем с тобой вторую серию. Как больше лайков, тем быстрее серия новая. Все. Благодарю, что досмотрел. Надеюсь, тебе понравился видосик. Следующий я в бисворме кое-что интересное придумал. Потому что первый был по бисворму. Второй вот такой. Третий, четвертый. Посмотрим. Постараюсь сделать два видоса. Еще и стримчик сегодня. Постараюсь все это сделать. Поэтому давай. Потому что выспался хорошо, так все нормально. Должно быть красиво сегодня по контенту. Все. Всего наилучшего. Я быстренько монтирую видосик. И иду делать. Забирать по фильтру. Посмотрим, как у нас будет звучение. Оно хоть и так имба, но будет еще имбовей. Все. До скорых встреч и мощного фарма.